Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm в режиме случайных деревотехнологий и социальных политик. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. О, в этих кассе, где химию запихнули. Вот вообще неожиданно. Ну, в общем, в этом режиме можно очень интересно играть, только с ББС и ЦПЛ. Да. Это... Ну, а ЦПЛ зачем? Можно без ЦПЛ, кстати, тут пробовать уже. У меня вот нет селитры, прикольно, правда? Американец, нет. Ты дружбу будешь там принимать? Американец, у нас закончилось это. Того, то самое. Так, а у меня везде вообще маяки? А, вот последний, да. Доделывается. Наконец-то, еще одно правительство. Я сейчас открываю только второе правительство. Блин. Ну ладно, они тут... Рыцаря мне убить они не могут. Что-то у меня маловато будет фрегатов для атаки Буэнос-Айреса с этой стороны. Ну, то есть квадрирем. Еще три хода. Давайте, наверное, амбар построю, чтобы побыстрее тут. Что, три хода, чтобы можно было производственную площадь строить. Немножко ускоримся в создании всего. А, блин. Ладно. Так. Тут мне важнее, конечно, производство, так что учетные банки. Ну, соседство верфи я поставлю, когда торговую республику открою.
О. А, блин, это у нас уже норвежец соберет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять городов. Да ладно, убили рыцаря все-таки. Что нашел? Реликвию. Так, бонусы за соседство гавани. Что-то объявление войны не особо-то сказал. Соседство для промышленной зоны взять. Наверное, ну, стоит. Война объявил? Да, он же мой сюзерен. Он же должен был. Ну вот. 196, а было сейчас 200 с чем-то. Ну, маловато, я согласен. Я думал, больше упадет. Ну, так как рейц уже, по-моему, тоже минус пошел. Почему? Ну, потому что он должен быть в войне. Нет, ты с Женевой путаешь. Да. Мы у тебя просто забрали бонус к постройкам от послов. И что-то как-то очень мало этого. Меньше десятки, что ли? Потерял бонус только к библиотеке. Нет, перечитай. А, изменили в ведущем патче, еще изменили ситуацию. Теперь не надо 6 послов. 6 послов это для лаборатории только и консульство. Можно сидеть. Ладно, один ход подожду. Что тоже очень хорошо. Кстати. Контрфорс еще надо открывать. Так и живем. 66. Так, следующим ходом мы апнем, да? Каргин пытается отбить обратно. Это нельзя. А, ну... Странно было надеяться, что он не попытается. Да не в том, что нельзя, просто нельзя. Гавани, строители кам. Да, тут пока все правильно стоит. Промышленную зону. Так, тут мастерскую. Я бы ее, конечно, купил. 390. Ладно, давайте строить. Что-то не успеваю. Так, ну, в Брэдфорде точно нужны строители просто. А, видите, не работает на озеро. Тогда, может быть... Ну, хотя вот эти клетки тоже присоединятся, и вот это еще будет давать. Не, ладно, нужны строители.
Так, Василия Блаженного я уже не успею построить. Контрфорс давайте. Е-е-е, пошла жаришка! Нет, человек какая тут жаришка? Это... Какая жаришка? Он думаю, что так могу... далеко от меня, что... Нет, просто он крестовым походом решил мне... А, ты не мне войну объявил, ты не американцу войну? Я объявил американцу войну. Кстати, ацтек, примешь должен? Чтобы я мог обратно кинуть союз. Дайте кто-нибудь американцу военный союз. Я его не встретил. Same shit. Кстати, да, вот Сандок и так воюет, можно было бы... Да без проблем, просто американец, где ты, чтобы я тебя нашел? Над Лешей. Окей, попытаюсь. Где он его находится вообще? Я сами до сих пор... А, над вот Кореей. Кореей? Над... Ну, опять же, смотря какой город, над его столицей. Ну, вот у меня, понимаешь, видимо, его столица и его побережье, оно в итоге с другой стороны... Да ёлки, американец. Где поставить метку? Да, у него, наверное, здесь. Там прямо бомбарды же наверняка уже есть. Если... Через два хода артиллерия. Ну, арта через два хода. Там Чарльстон 48, типа, как бы, ну такое. Там никакой Виктор не спасет. Не, ну он попытался крестовым меня обратить. Поэтому мне пришлось ему войну объявлять. О, да, целых плюс 7 было бы. Ну, все равно. Нет. Он еще в темном веке, у него плюс 5. Ну, все равно. Эти же, как его? Че у нас там? Мы же за что-то проголосовали, по-моему. Минус 5. Минус 5 боевой. Сейчас уже, слушай, время нападать на ближний будем, все тяжело. Ну почему? У меня мушкетеры стоят, я же с этих, с легионов-то. У тебя же наверняка рыцари есть. Если ты сталь открываешь, значит у тебя уже где-то там рядом открыты кирасы, нет? Кираса? Наверное, открыта, потому что нет. Я вообще по науке от всех отставил. Просто. Слушай, нет, кирасы, кстати, были вообще не это, не по дороге. То есть вот, да, то есть они вообще где-то непонятно. Зато химия со сталью прям вот рядышком. Ну это круто, да. Слушай, ну по-серьезки, да, я вот на уровне Ацтека и Лёши. То есть меня обгоняют все науки. Я ниже. Не-не-не, я по древу смотрю. Хотя Тедди хочет забрать этот интербелист. Ну не должен, по идее, убить никто лошадь, поэтому я просто постою пока. Не успеваю выбрать производство. Блин, мне в Плимуте надо. Вот я лошара. Лошарами Кантары? Да, блин, я не слился куда-то. Сонно вместо разведывательного управления Министерства иностранных дел построил, как всегда. Ой, блин, я хотел каравеллу подвести. Кого? У тебя.
Да блин, он у грека не меньше. Что у грека? У грека 140, у тебя 190. Лёха. У грека тоже все хорошо. Рад за грека. О, надо аквапарки. Нужны еле аквапарки. Я 30 разогнал в столице. Так, ну и, наверное, рационализм поставлю. Да, вместо строителей, похоже. Удовольствие, конечно, поджимает дико. У меня и карточка на удовольствие стоит, и два развлекательных центра с аренами, и сейчас второй аквапарк встанет, а у меня все равно минус один. И все равно. Довольствие жестко. Я еще город на пол сейчас там обработал. У меня еще и религия на довольство. А это давно пора было сделать, на самом деле. Потому что до этого, во-первых, особо никто не заморачивался, есть довольство или нет, потому что такое ощущение, что всегда было. А во-вторых, оно штрафы давало слабенькие. Да. Ну, собственно, да и бонусы не особо. А бонусы они сейчас апнули? Да, как и штрафы. Печатание, астрономия. Блин, все фигня какая-то. Ты видел где Вавилон? Нет. Не, в другую сторону, наоборот, надо плыть. Где метку поставил? Ну, я туда и плыву. Я туда и плыву разведом, собственно говоря. Удалил ее. Нигде нету. Так, это, по-моему, только Сан-Франциско коммерческий район. Найс. Че, как вообще не найс? Блин, тут нифига не обрабатываю. Верфи надо покупать. Так, сейчас я хочу сначала бомбарду обстрелять этого. В начале хода. Так, тут сколько верфь? Два. Вот тут надо покупать.
Плюс один. Плюс один. Сколько я уже в этом городе не строю? Промышленная зона плюс два. Надо промышленную зону, наверное, поставить. Пока тут. Тебе не хворать. Тут вот три фермы надо сделать, при этом убрав болото. Ух ты. Какие-то сплошные войны начались. Блин, а вот эту лошадь мне сейчас могут убить. Ого, уже это обновление, что ли? Все против Крагена воюют. Ну все, за что все со мной воюют? Не любим ты Краген. Ну мне ты войну объявил, потому что я в союзе с американцем. Ну я не думаю, то, что имеет смысл мириться, конечно. Ну да, поставьте таймер побольше, потому что я не успеваю. Да, я согласен. Три поставлю. Блин, убили кого-то. Наверное, лошадь. А, нет, скаута моего. Мгновенно маяк и верфь. Это можно, наверное, будет для Буэнос-Айреса использовать. Нет, тут маяк. У меня, по-моему, везде маяк есть. То есть просто можно мгновенно где-то верфь сделать. Например, в Лондоне. Реализацию. Я все равно не могу броненосца без угля сделать. Поэтому и нету смысла. Ощущаю себя Швейцарией. Хранишь деньги? Да не только. Я весь в горах. Да и особо ни с кем не воюю.
Прям нам патрис. У нас еще то предложение не кончилось. Правда? Ну ладно. Пусть будет два. Сто претензий Рим. Согласен. Минус американцу. Да. Не, подожди, там с ним... Подожди, не-не-не. С ним Рим воюет, он как раз набьет там дипломатией тогда. Зачем? Может, давай наоборот плюс... Какая у него религия? Леводаизм. Плюс к мощи религии американца, давайте. Потому что сейчас уже минус 2 дипки появится. Я так понимаю, это к боевым юнитам религии. Ну, смотри, этим... Как его? Монахом. А, монахом? Да. Да вообще не бонус. Так, если еще я с тобой не воюю. Мою дубину не убей, смотри. Так, вот все воюют, а ты не воюешь. Там ничего не ломаю. Ну, просто бегаю. Так, строители. Промышленная зона. Северная Америка. То есть мне даже кассу ставить бессмысленно. Так, вообще надо тут не забывать обстреливать. Я дальше не вижу ничего. Я, блин, начал набиваю. Вот вы мне прям, ну, я набил, наверное, уже 10 очков. Перебивание кузерена? Ну, конечно. Я так, мне нужно было в золото выйти, я и подкидываю туда. Но Люкс продолжает послов в Нанмадол пихать. Ну, а смысл мне пихать? Вавилон, в котором у меня 3. Ну, помешать Риму победить. У тебя не настолько дофига, типа... Не, не настолько мало культуры, чтобы тебе прям вот Нанмадол был нужен. Критически. А мне нужен Мадол критически. Мне кажется, вот тут раз уже не зарешает. Так что за пессимизм? Не, давайте вот этих этой рыбку обработаем. А и тут верфи нету до сих пор.
Тут надо верфь купить, конечно, будет 580 в следующем ходе. Стены же стреляют по максимальному дальнобойному юниту же, правильно? Да. Фиг знает. Да, если тебя падают болельщики. Если... Ну да, ну все, то есть если я сейчас пушки апну, то они мне будут с пушек стрелять. Да. Но еще если ты фрегатный. Да, вот это прям приятно. Вот это уже сносит. Блин, надо было отъехать. Чтобы я этим выстрелил. У меня там юниты до сих пор у норвежца стоят. Не хочу покапать, я хочу верфь купить в гуле. Ну что, самолетики? Будем ожидать, есть ли у нас алюминий. Это либо... Ого! Чего мы речь? Какая интересная ветка. А, лёгче дальше вроде бы. Так, амбар. Рост. Ну чё, промышленную зону хоть какую-то. Да, блин, ну как, ну я ненавижу это управление в ЦИВе. Это случайная покупка клеток. И опять это следующим ходом верфь не куплю в гуле из-за того, что сейчас 100 монет на ровном месте потратил. Так, тут пока продолжу строителей делать. Дамба отлично встала. Еще два хода. Ладно, давайте амбар. Что у нас у столицы не обработано? Да. И теперь у Люкса 204 на луке. А кто-то тут говорил, что у меня больше. У тебя больше, 209. Ну и, собственно, самолетики, да, 41 теха и Люкс 37 теха. Я даже в душе не знаю, где есть самолетики. Я... Ты их найдешь? Ты их найдешь. А самолетики трогали в балансе? Конечно. Балансная история, это чё? Она нуждается в балансировке. Ну, сейчас будет весело. Мне что-то его смех не нравится. Ну, сейчас там американец упадёт в два раза быстрее, а потом я упаду. То есть я бы мог сейчас после окончания союза начать пилить американца с другой стороны, раз он ушел. Но я тупо не успею теперь, скорее всего. Ничего непонятно, Алексея там наращивает армию. Да нафига мне на тебя нападать, успокойся. А. Смысл? С тем же успехом Рим самолетами может и на меня напасть, понимаешь? Я вон Буэнос-Айрес пилю. Не очень мне это нравится, но что поделать. Вообще никакого ни производства, нифига. Не знаю, если мы успели. Ну ты не хочу обрабатывать, наверное, я. Сюда пойду. Нашел лучника. Поймал.
Ладно, я думаю, тут уже можно прекратить один ход. Давайте я подожду один ход и аквапарк построю в Брэдфорде. Вот тут, наверное. Не хочу тратить деньги сейчас пока на выкуп этих клеток. Ну и тратить деньги на апгрейд этих галер тоже. Грек тут сверху что-то сидит, развивается тихонечко. Я вообще отстаю от всех по науке. Да, Чарльстон теперь вообще не проходил ни русский. Вулкан, два военных лагеря. И одна клетка на выборе. Блин. Которая утонет. Странно, я вроде... Вроде один ход оставался. Мне кажется, зданий побольше будет. О, военный кризис. Ой, ой. Ну я подам. Так, аквапарк. И верфь. А кто, блин, по Дану построил, а? А Вавилон захватить не судьба вообще, да? Например. Но это лучше, чем чтобы он был у... Вопрос корейцу, астек и... Нет, это вопрос только корейцу. Корейцу не захватит ни жизни. 69 защитных долларов. Ну, я не знаю, как бот проголосует, но я был бы против кризиса, на самом деле. Почему? Ну, какие у нас шансы хватить Чарльстон? Американцы нет. Ты, Алексей, туда не дотянешься. Мне для того, чтобы дотянуться, надо сначала Новый Орлеан, Вашингтон и Лос-Анджелес захватить каким-то образом. Да, но там написано, что во время кризиса юниты цели получают минус 2 к боевой мощи в бою против юнитов участников. То есть как, хотя бы он минус 2 против американца имеет. По
Просто потом он получит 200 влияния и плюс 2. Ну, потом, через 20 ходов, когда это вообще будет еще? Но... Я, короче, за кризис. А он на плюс 4 забрал. Ты его сейчас заюзаешь? Я, дай бог, сравняюсь с тобой по науке. Так, надо вот этих рыбок еще обработать. Ну, вот тут можно уже и апать потихоньку. Знаешь, они, кстати, не замечают, что там Греция вовсю полетела. На самом-то деле. Мне пророк выпал. Очень, блядь, вовремя. Блин, чуть-чуть не хватает забрать этим ходом. Буэнос-Айрес. Ну вот, видишь, даже не сравнялся с тобой. А, нет, 235 пересчитал. Ну так... Не-не-не, он просто показал сначала 190, я еще думаю, что так мало. А, нет, сейчас вот тут надо... Или... Не, давайте крабов сначала. Это еда и рост города. Блин, а где мне капер-то? Чего я капер не строю? Я все хотел капер, чтобы там ему разграбить. Тратить деньги на выкуп клеток.
Хотя тут надо, стоило бы. Так, два хода. Ладно, можно и библиотеки построить пока. Да, я без рационализма. Слушайте, а нафига я рационализм поставил, если у меня нету зданий? Блин, вот я дебил. Карточка просто так стоит. У меня нету вообще зданий. Ну, может, в каком-нибудь вот есть библиотека. Одна. Все, по-моему. Да, одна библиотека. То есть я просто даже не 4 науки, по-моему, имею, а 3. Вместо 2 наук из библиотеки 3 за счет карточек. Класс. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!